Хорошо, дорогая семья, я так скажу, я пойду в очень уникальное слово, и пусть его название не спугнет тебя. Я так скажу, перед тем, как я пойду в слово, давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в онлайне, тех, кто сейчас с нами в прямой трансляции. Мы благословляем вас, благодарим вас, что вы присоединились к нам. Итак, я скажу так, что обычно я... Знаете, создаю тему, или она приходит ко мне, когда какие-то определенные моменты сложились, что-то было, что-то где-то или реально надоело, или ты просто достаточно насмотрелся на эту ситуацию, и ты просто высвобождаешь какие-то моменты в тело Христа. Итак, я скажу, дорогие, тема называется «Гибрид или выводок сатаны». Окей? Интересно, да? Я так скажу, дорогие, сейчас будет еще интереснее. Итак, дорогие, гибрид. Что есть гибрид? Поверь, ты не знаешь, о чем я буду говорить. Если ты подразумеваешь, о чем я буду говорить, ты уже не прав. Я буду говорить сейчас об очень уникальной сфере или прослойке, которая остается незамеченной. Итак, слово гибрид, или на английском hybrid, оно переводится как помесь, смешанный, гибридный или разнородный. То есть... Мы очень часто с вами, дорогая семья, мы говорим с вами о истине и лжи, так? Мы говорим о черном, мы говорим о белом. Мы говорим о ненависти, говорим о любви. А что если на этой земле, просто подумайте вместе со мной, существует совершенно другая прослойка людей, которая в своем большинстве остается незамеченной, о них не проповедуют, о них не говорят. Это прослойка, у которых все смешано. Нет черного, нет белого. Есть только серое. Вы когда-нибудь задумались над этим? Дорогие, сегодня я хочу поговорить с вами о гибриде, о смеси. Как бы мы с вами, дорогая семья, как бы мы с вами не хотели, я так скажу, во-первых, мы должны понять с вами, что мы при всем желании Бога не живем в черно-белом мире. Кто-то понимает меня? Мы не живем в черно-белом мире. Итак, что есть черно-белый мир? Это есть черное, есть белое. Мы живем с вами в глубоко сером мире. Ты здесь? И если вовремя оставить эту сферу незамеченной, если вовремя не понять, потому что у нас с вами в голове по жизни истина, ложь. Ну не так ли? Этот человек от истины. Этот человек не от истины. Этот человек белый, этот человек черный. Дорогие мои, дайте-ка вам рассказать, что есть еще совершенно другие люди. И, дорогие, если вовремя не вырасти духовно и оставить эти вещи незамеченным, во-первых, ты сам можешь в гибрида превратиться, первое. Если ты не разберешься со своими моментами, мы сейчас пойдем в них. Я расскажу немного глубже. Я так скажу, это тема для людей думающих, это тема для тех, которые, может быть, хотят найти вопросы на свои ответы. Может быть, сейчас дух этого мира трудится над тобой, чтобы из тебя сделать гибрида. Итак, что есть гибрид? Гибрид — это смесь двух миров. Ты здесь? Гибрид — это смесь двух духов. Гибрид — это что-то, что сживается одно с другим. Послушай внимательно. Мы живем в сером мире. Я не говорю сейчас о мире вот том. Я говорю сейчас о мире церковном, церкви. Мы живем в сером мире. И я так скажу, дорогие, вы знаете, что дьявол подбирает очень уникальные ключи к церкви. И я так скажу, что для человека, я так скажу, взрослого, он некоторые вещи высмотрит, хотя нет. Но если
ты младенец во Христе или ты несведущий? Младенец — это может быть даже 70-80-летний дедушка и бабушка. Мы не говорим сейчас о возрасте, мы говорим о росте духа, о твоем прогрессе, о твоем общении с Богом. То ты можешь попасться на такого рода и вида служителей, церкви, личностей, на их служение. Ты, я так скажу, в процессе можно не заметить. Если ты вовремя не разберешься с некоторыми моментами в своей жизни, ты начнешь уживаться с некоторыми вещами. Ты здесь? Послушайте меня. Сейчас я хочу подготовить такую интересную платформу, и потом мы пойдем с вами глубже в этот момент. Итак, мы живем в сером мире, где управляет серое поколение. Там, где большинство границ стерто, и не существует яркой выраженной линии между черным и белым. Каждый ставит линию, где ему выгодно в сегодняшней ситуации и на данном этапе жизни. Вы знаете, о чем я говорю, церковь? Вы здесь? Итак, что значит гибрид? Гибрид — это человек. Это не говорит о том, что ты сражаешься с какими-то вещами. Я не говорю об этом. Я говорю сейчас о личностях, которые запросто согласились жить с определенным уровнем нечистоты в своей жизни, до конца не оставляя, слышишь, пути истины, или делая вид, что ты в теме. Послушай. Итак, дорогие, вы знаете, что есть враг, говорящий на твоем языке? Вы знаете, мы с вами привыкли переживать атаки. Атаки, и мы говорим, дьявол наступает на нас. Вы знаете, мы привыкли получать удары от темного мира сатаны. Вы знаете, дорогие мои, дьявол давным-давно знает, и вы знаете, я так скажу, что он не вчера родился. И для таких людей, как мы с вами, у него тоже есть готовые атаки, готовые войска. Вы знаете, дорогие мои, есть враг, который говорит на твоем языке, который говорит на твоем диалекте. Есть личности, я так скажу, служения, что угодно, которые использует сатана. Вы здесь? Слушайте внимательно. Итак, на каждого из нас сатана на определенном уровне жизни сделает попытку. Попытку смешать нас. Ты здесь, да? Смешать нас и двигаться через нас, управлять нами. И я так скажу, вы заметили, что люди, которые не хотят оставлять определенные вещи в своей жизни, они ищут таких же по духу, как они. Они ищут учения. Вы знаете, есть церкви, где, я так скажу, разрешено курение, употребление вина. Даже есть очень уникальные хода, где разрешается даже разного рода нечистота. Не проводится линия, нигде нет битвы. Все смешано, и линия передвигается по возможности, где тебе выгодно на данный момент. Сегодня эта линия, она у тебя там и будет. Итак, посмотри, вы знаете, дорогие, я был шокирован, что у дьявола есть подразделение, говорящее на твоем языке. Я заметил, что на каком уровне ты бы ни был, есть вещи, есть личности, есть информация, скажем так, которая подбирает свои хода к твоему сердцу. Есть люди, которые в определенный момент, если ты не готов, то с тобой сядут и с тобой поговорят. Твои близкие, ты здесь, да? И они найдут ключ к твоему сердцу, они сыграют именно на том моменте, с которым ты не сразился, ты не победил его. Они сыграют или на гордости, самолюбии, они сыграют на каких-то вещах, которые ты не хочешь оставить. Будет сыграна игра, и ты скажешь там, или меня не любят, или в этой церкви невозможно состояться. Но почему люди так говорят? Потому что они не захотели расстаться с каким-то уровнем грязи в своей жизни. Они хотят этим пакетом войти. Вот почему истина не популярна. Потому что истина, она режет на две части.
Вот почему, когда ты начинаешь говорить правду, люди говорят, это от сатаны, это ересь, это дьявол. Почему? Потому что начинает проводиться радикальная черта. Вы знаете, что Бог не серый, церковь? Бог не серый. И вы знаете, я отрекся от серой жизни, и кто-то задаст мне вопрос, это что, значит, у тебя все, как бы, ну, ты полностью свят? Нет, вы не поняли, ошибаться мы все будем, но согласился ли ты жить с этим уровнем нечистоты, ошибки или боли в своей жизни? И если согласился, то тогда дьявол говорит, хорошо, первый этап сделан. Знаете что, чтобы вывести церковь из движения, тебе просто нужно согласиться с определенным уровнем нечистоты в своей жизни. И теперь церковь вроде рожденных свыше, но недвижимых. Церковь желающих видеть пробуждение Бога, но не настолько сильное пробуждение. Вы все здесь? Церковь желает, чтобы Бог вот меня накрыл, но не раскрыл. Ты здесь? Мы желаем, чтобы меня Бог употребил, но чтобы обо мне, чтобы никто не копался в моей личной жизни. Вы здесь, да? То есть, вы знаете, и выродилось такое, знаете, родилось поколение, и я чаще и чаще, я так скажу, встречаюсь с этими людьми, которые подходят мне и начинают стирать мою границу. Ты слышишь, да? Вот где моя граница стоит, где Бог ее истиной поставил. Вы знаете, я так скажу, знаете, чем мне понравился Исаия? Вы думаете, мы такие, мы знаете, мы с вами, о, пророки, это оно. Исаия стоит и говорит, я человек с нечистыми устами, живущий среди народа. С нечистыми устами. Дорогие мои, а тебе много скажет то, признался ли ты сам себе, перестал ли ты лгать себе, согласился ли ты, отложил ли ты это все, закрыл в чемоданчик и сказал, ну, в эту ситуацию, извини, Бог. Жизнь такая, но я тебя люблю. Знаете, о чем я говорю? О, мы сегодня будем стрелять немножко ближе, чем обычно. Поэтому тишина будет, аминий будет мало. Я понимаю ситуацию. Окей? Потому что мы немножко подберемся сегодня к вещам, с которыми даже твое собственное сердце, может быть, сейчас сражается. Дорогие, проблема не в том, что ты должен все бросить, всего очиститься. Это религия, она пытается тебе провести какие-то черту, которую невозможно на данный момент. То есть ребенку невозможно двухлетнему сесть за руль. Невозможно 15, или так скажу, человеку, который там, например, сколько, 10 лет, закончить какую-то консерваторию, ну, если он не... Вундеркинд, да, как мы говорим. То есть он маленький мальчик, он, ему невозможно закончить. Это, но это не говорит о том, что он не мечтает об этом. Amen? То есть внутри меня Исаия, он был честный к Богу по отношению с собой. Он говорит, я человек с нечистыми устами. И он говорит, сын, из-за этого я касаюсь твоих уст. Дорогие мои, сколько из нас согласны в этой жизни признать, что даже мы не там, где мы должны быть? Даже мы еще не на том этапе. Это, нет, вы знаете, когда ты начинаешь, сколько людей подходит и говорит, слушай, не говори об этом. Давай не будем сюда идти. Не пиши об этом. Пожалуйста, когда проповедуешь, не касайся вот это. И я смотрю, как враг постепенно пытается, вы знаете, найти ко мне подключку. Знаете, он раз, вилка не подходит. Раз, тройная вилка, не идет. Бум, другой штекер в меня. То есть в меня постоянно пытаются втыкнуть что-то и поговорить со мной на моем языке. Кто-то пытается войти внутрь меня и распознать, что я действительно хочу. И вы знаете... К глубокому прискорбию дьявол нашел подход к большинству. Он с большинством договорился. Вы знаете, что у серых личностей есть невидимый контракт с тьмой? Он звучит так. Тьма говорит, мы не будем тебя трогать, если ты не будешь трогать нас. Вы знаете, есть нейтральные воды. Мы не плывем к тебе, а ты не плывешь к нам. И другими словами, что дьявол делает? Он говорит, ну, если ты приплывешь к нам, ну, мы же, ты же имеешь проблем. И дьявол играет на тебе
Но ты первый должен сказать: да, я имею проблему, я ее ненавижу, и я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа с нечистыми устами, и я хочу изменить это. Я не собираюсь сейчас сидеть за столом переговора с дьяволом и договариваться, куда он не ходит и куда я не хожу. О, если бы вы знали, сколько немых, невидимых контрактов заключено в церкви сегодняшних дней. Сколько тихо подписано всего. Мы не будем громко молиться, мы не идем в пост. Конечно, ты этого не заявлял, ты об этом не говорил, но в подсознании все загружено. И вот поэтому, что бы ты ни кричал с кафедры и ни говорил, ты говоришь с людьми, которые заключили невидимые контракты. И как только у них там побуждение есть, они даже выходят вперед и говорят: помолись за меня. И ты: давай вперед. И потом приходит назад, а внутри там, знаете, голосок такой: не советую. Не советую тебе сейчас начинать вот это делать, потому что, ну, контракт подписан, мы тебя вскроем. Ты должен сказать: вскрой. Сними. Я хочу иметь чистые уста. Знаете, где Бог не может помочь? Там, где мы не даем Ему помочь. Там, где все подписано. Гляньте, как тихо сегодня. Это так тихо сегодня. Так уникально тихо сегодня. Или все крикуны на хупере? А? Осталась одна тихая категория сегодня в Сиэтле. А, окей, хорошо. Некоторые сидят, говорят: лучше бы я на хупера поехал. Опять жесть какая-то идет. Дорогие, ну я такой человек, вы знаете, куда вы пришли. Я первый хочу видеть свободу и силу. Я первый всегда Богу говорю: проверь меня, как Давид, помните, и испытай сердце мое. Не на опасном ли я пути? Когда мы с вами начнем относиться к себе честно, церковь? Когда мы попросим Бога вскрыть наши мотивы, о, это территория опасная, вскрыть мои мотивы, о, они ж плохие. Вскрой, Бог, и измени меня. Хорошо. Ты здесь? Ты что-то берешь для себя? Я понимаю, тихо, но иногда хоть бы шевельнись, что я знал, что ты здесь. Потому что, дорогие, знаете, что я сейчас делаю? Я предупреждаю вас, как мою семью, что у каждого из вас есть потенциал стать гибридом, употребляемым тьмой, не теряя Христа. Ой, а как это? А вот так это, родные. Мы живем среди народа гибридного. И некоторые из вас могут сидеть и говорить: аминь, а внутри у тебя там три аминя кричит. Ты такой: упс, а что це було сегодня? А сегодня была от сердца к сердцу церковь. Вы знаете, я вам честно скажу, у меня была реальная битва за эту тему, чтобы не высвободить ее в тело Христа. Потому что дьяволу нравится черное и белое. Он не хочет вскрывать серых агентов. Ты здесь? Он не хочет, чтобы ты начал задавать вопросы насчет всех, всего и себя. Дорогие, скажите мне, насколько часто мы иногда сами себя ловим в серых мотивах и в серой жизни? О, и честные люди скажут: вау, сижу и с собой договариваюсь. Ситуации могут быть разные, любые. Я в ситуации не иду, это миллионы телега. Но сколько раз мы договариваемся с собой? Знаешь, когда ты договариваешься с собой, ты стираешь своими руками с Богом прочерченную линию истины внутри тебя. Ну, что здесь? Ну, чуть-чуть, ну, немного. Ну, я же ничего страшного не делаю. Серое поколение, серая церквя, серое служение и серая пастора. Мы живем в серой жизни. Бог говорил насчет теплоты. Он говорил: холоден, горяч. Мы понимаем, Джонатан Уэлтон очень красиво это объяснил. Но, дорогие мои, он говорит: так как ты тепл, я изблюю тебя, ты воняешь. Ты смесь двух потоков. Ты слышишь? Ты смесь чистого потока и смесь вот этой вони, которая вот сходится, и ты вот смесь вот эта вот нечистая, вот эта смесь двух рек.
такая тишина сегодня. Я просто, ну, даже кричать не надо. Обычно надо перекрикивать «Аминь». А тут так классно, глянь. И знаешь, больше всего сейчас кто проповедует? Дух Святой внутри твоего сердца. Вот кто их проповедует сейчас. Сейчас не, я просто указываю как указатель туда, туда, а Дух Святой внутри тебя ведет, и сейчас ты сканируешь свое сердце. И знаешь что, дорогой, это очень хорошо. Я так делаю с собой каждый день. Я ему говорю: папа, любимый, проверь мое сердце, потому что я человек, и я не застрахован от падений. Мы все с вами находимся на поле битвы. И, дорогая семья, я сейчас не говорю эту для меня даже тяжелую в некой сфере тему, чтобы вскрыть кого-то. Я хочу предупредить, предостеречь некоторых из вас. Потому что, когда Дух Святой меня начинает вести в какую-то определенную тему, это значит, есть люди здесь, там, которая может быть уже далеко за чертой. Вы знаете, что всего лишь нужно сказать несколько раз ложь. И потом тебе уже не надо делать ложь, тебе просто ту ложь всю жизнь нужно теперь закрывать. Нет, кто-то понял меня? Нет? Я повторю еще раз. Людям, большинству людей, лгать в жизни много не надо. Нужно сделать только несколько реальных, я так скажу, нечистот в своей жизни. Раз, два, три. И теперь вся твоя жизнь, чтобы покрывать это все. А там уже манипуляция, ложь, компромисс, чтобы только держать свой имидж. Ты уже не лжешь. Ты просто прикрываешь 50-летнюю ложь, 15-летнюю ложь. Ты просто теперь гибрид. Ты стоишь с поднятыми руками, и тебя даже касается Бог. Потому что знаете, что я нашел? Наш Бог прекрасный. Если ты ему отдашь 100% сердца, он возьмет. Если ты ему оставишь 15%, он будет касаться эти 15%. Ты будешь переживать Бога на эти 15%. Но он будет, пока даже 1% останется, который жаждет Бога, он будет касаться 1%, через 1% пытаться тебя исправить. Это наш Бог. Он даже любит серых. Ему не важно, ему важно твое сердце. Кто-то понимает? Ему важно, согласился ли ты с этим жить. Или ты сказал: Бог, даже если я упал, я тебе говорю, я это ненавижу, и я с этим не согласен. Как Исаия. Я человек с нечистыми устами. Бог, посмотри на меня. Очисть меня. Ну, дорогие, сегодня без лозунгов. Сегодня подумаем с вами. Сегодня без криков. Сегодня тихо просканируем наше сердечко. А вдруг я прямо сейчас живу в смешанном состоянии. А вдруг я сейчас нахожу себя каждый день. Знаете, кто живет на американских горках? Христиане, гибриды. Потому что у тебя один день ты на высоте, другой день ты в самом кошмаре. Только по одной причине, потому что ты допустил дьяволу жить на твоей территории, контролировать тебя. И все, чем он контролирует тебя, вскроешь меня, я вскрою тебя. А ты не иди на переговоры. Вскрывай его и скажи: а Бог разберется со мной. Мой отец разберется. И он все равно все видит и все знает, дьявол. Итак, я нашел, что дьявол есть, у него есть подразделение у сатаны, личностей, говорящих на моем языке. Я знаете, что больше всего увидел? Иногда мы с вами теряем людей, которые нашли место, где их, как гибридов, с ними согласились жить. Потакают этой части боли. Никто не пытается, как тренер, сказать: измени это. Обрежь это, давай вместе молиться, чтобы это оставило твою жизнь. Нет, мы сидим вместе и говорим: нас никто не понимает, в нашу ситуацию никто не хочет войти. Ага. Это все происходит потому, что мы живем в поколении гибридов, выращенных духом этого мира, чтобы сатана через это поколение управлял этим миром. Мы с вами не можем передать истину, потому что мы сами в раздвоенном состоянии. Вы знаете, как я хочу, чтобы Бог привел нас реально к правде, церковь, к настоящему источнику.
Даже все мы где-то запачканные, Бога это не волнует. Твоя запачканность физическая, Его волнует, запачкано ли твое сердце. Если твое сердце не соглашается с этой запачканностью, твое сердце всегда остается в чистоте перед Богом. Ты слышишь меня? Мое сердце всегда остается в чистоте перед Богом, потому что даже я не соглашаюсь со своей же ошибкой. Или ты сел за стол переговора со своей ошибкой, чтобы договориться со своей ошибкой, чтобы ошибке теперь было место в твоей жизни, и потом ошибка начинает доминировать в твоей судьбе. Интересно. Вы знаете, дьявол не только пользуется тьмой. О, давайте выкинем это с головы. Дьявол пользуется очень хорошо смешанными гибридами, разнородными. Сами того не понимая. Вы знаете, я встречал людей, которые до конца не освободились от колдовства, и теперь они проповедуют Бога и делают трюки тьмы. Слышишь? Сами обманувший себя гибрид, он здесь говорит об Иисусе Христе. Здесь он называет Бога папочкой. И здесь же для невооруженного глаза, человека, который видит человека только вот этим зрением, не видит его духом, эти личности показывают трюки просто обыкновенного, трюки самого начинающего уличного мага, если так даже взять. И люди, и почитали это за великую силу Божью. За великую силу Божью нужно почитать не то, что там какой-то там трюк кто-то сделал, а изменилась ли жизнь чья-то. Вот это, дорогие мои, настоящее чудо. Потому что, представь, сколько мы над собой работаем, мы изменить себя не можем. Изменить нас только может сам Бог. Дизайнер тебя может прикоснуться к тебе. И ты выходишь из его присутствия другой, и уже назад не хочешь возвращаться вообще. Это сверхъестественно. Вы знаете, в Библии есть несколько ярко выраженных гибридов. Если, чтобы далеко не идти, естественно, вы меня знаете, я все докажу с Библии и покажу. В Библии есть четко несколько ярко выраженных гибридов, дорогие, которые меня честно, меня шокируют. Давайте я прочитаю о некоторых из них. Давайте хотя бы их имена. Самсон. Ага. Саул. Хорошо, остановимся на этих двух, дальше не идем. Саул и Самсон призваны Богом? Были ли они одержимы, употребляемы дьяволом? Запросто. Обои. В одно и то же время. Здесь же он идет по посланию пророка, написано и Саул во пророках, и здесь же он идет к ведьме. Самсон здесь же идет и поражает врага, и здесь же в грязи и в блуде продает свою мечту врагу своему. И все это вместе. Нам с вами так привычно слышать черное-белое, иного не может быть. А тогда ты в какой категории? Уже вопрос. Если сейчас каждого из нас посадить за стол, то у нас с вами разные черные и белые вещи. Для кого-то это не черное, а для кого-то это ужас. Здесь? Ага. Так что же есть истина? Истина, мы с вами уже говорили, не что же. Истина, кто же? Истина — это кто-то. Истина — это не что-то, что ты прочитал и познал истину. Истина — это кто-то, кто входит в тебя и преображает тебя, изменяет тебя. Дал ли ты истине превращать тебя? Или у тебя истина сживается, как у Саула? Здесь же помазание на царя, и здесь же одержимость, где нужен Давид, который опять играет, исходит помазание, и демоны успокаиваются, отходят. Интересная позиция, церковь. Я в ней не хочу быть. Я не хочу в ней быть. И поэтому, говоря честно к себе и говоря честно к моей семье, локальной, виртуальной,
Я умоляю вас, дорогие мои, внимательно наблюдайте за вашим сердцем и за контрактами, которые заключаются вот там, начиная с понедельника утра, церковь. Вот уж садишься в свою машину, только начинаешь ехать на работу, у тебя начинается разговор не с дьяволом, слушай внимательно, а у самого с собой. Ну не так ли? Уже не, здесь не надо делать вид, о, аллилуйя, о, меня касается Бог. Как сегодня было. Фу. Здесь ты едешь и... У тебя начинается честный разговор. И вы знаете, Богу нравятся честные люди. Поэтому мне кажется, что меньше всего Бог находится в церковных зданиях. Потому что здесь меньше... Наверное, это... Знаешь почему? Потому что здесь меньше всего честного вида и честных разговоров. Аминь или не аминь? Здесь мы с вами, вот сейчас сидят красивые представители тела Христа. Я не против, вы даже очень симпатично все выглядите вообще-то. Но тот ли ты там? Ага, подумай. Если тот, отлично, я ничего против не имею. Но зачастую это не так. Зачастую ты встречаешься с кем-то, и некоторые даже мне говорили, пастор, побудь со мной неделю, чтобы я себя в руках держал. Я говорю, не переживай, я говорю, ты ко мне привыкнешь за неделю и начнешь творить то же самое. Потому что тебя не держит в руках церковь. Amen. Потому что церковь заканчивается, служение кончилось, пастора рядом нет. Не перед кем больше танцевать и играть роль. Теперь ты один на один с собой, а там разговор начинается честный. Хорошая тема такая сегодня. Вспомните священника Илия и двух его помазанных сыновей, Офния и Финиеса. Помните? Вы знаете, что это был реальный гибрид? Это люди, которые священно действовали. Церковь, вы можете представить себе, они стояли и репрезентировали Бога, принимая жертвы, благословляя народ. Потому что по роду Илия, да, Офния и Финиеса, это был избранный народ. Но они настолько, сам Бог говорит Илию, ты не обуздывал. Давайте забудем сейчас за Илия. Представьте, Илий это человек, который не обуздывал ни Офния и Финиеса. Забудьте сейчас за Офния и Финиеса. Представьте, что Офния и Финиес это ситуации внутри Илия. И он дал распоясаться Офнию и Финиесу в своей жизни. Пожалуйста, когда вы читаете Библию, пожалуйста, не читайте ее только как историю, читайте ее иногда как иллюстрацию духовных элементов скрытых. Дорогие мои, можешь представить себе, вот Илий, вот храм, а внутри живут Офния и Финиес, которые давно с Богом ничего общего не имеются. Поклоняются, поднимают руки, приносят жертвы. Но здесь же написано, спят с женщинами, занимаются грязью прямо около храма. Что это? Вы знаете, мне иногда настолько тяжело. Вы знаете, я не воюю с миром тьмы. Вы знаете, что мы в основной своей части, мы воюем с гибридами. Дорогие мои, скажите, кто такие были фарисеи? Гибрид, здесь он отдает десятину и здесь называет Иисуса сыном дьявола. Ага, что это? Это дух. Другими словами, дал ли ты Офнию и Финиесу распоясаться внутри себя? Слушайте сюда, у каждого из нас есть Офния и Финиес. У каждого. Даже у самой тихой девочки, самой невинной крошечки есть Офния и Финиес внутри. Это для тебя она такая невинная, моргает ты. Как дела? Хорошо. А там внутри идет битва на выживание. И Офния и Финиес претендуют жить тоже, церковь. Они тоже говорят, а что это, мы твои дети? Или мы тоже хотим жить. И Бог говорит Илию за то, что ты не обуздывал, не останавливал. Другими словами,
Ты побеждаешь до тех пор, пока ты противостоишь этому. Ты побеждаешь, пока ты не соглашаешься с этим. Пока ты говоришь «нет». Но когда ты сел за стол переговора или вообще замолчал, здесь Офния и Финеас начинают распоясываться в нашей жизни. И иногда они распоясываются до такой степени, что теперь кроме Офния и Финеаса в твоей жизни никого не видно. Они забирают все. Вы знаете, что наши болячки не претендуют на маленькое местечко. Наши болячки претендуют в конце жизни занять все, платформу, занять пьедестал, занять нашу жизнь. Вот почему люди из культурно выпивающих становятся алкоголическими свиньями, ну, которые уже не просто там, знаете, с оттопыренным мизинчиком пьет стопочку, занюхивает ее травкой и закусывает печенюшкой. Культурно пьющих их нет. Потом увеличивается твоя стопочка. И ты уже не закусываешь печенюшкой, ты уже занюхиваешь грязным потным рукавом. Фу! Потом тебе даже уже не надо, ты уже жрешь, что попало, ты свинья, у тебя, ты уже не мытый. Все, что ты ищешь, это... Теперь уже какой занюхивать? Тут бы нажраться чего-то и отрубиться на неделю. Кто-то понимает, что оно претендует тебя сожрать? Оно не просто хочет с тобой жить. Ну, пусти Офния и Финеаса, тусануться. Да-да, все начнется культурно, а закончится, некоторые вас знают, о чем я говорю. Смотрите. Итак, сразу попрошу не путать тех, кто согрешил и споткнулся. Все понимают, да? Все согрешают, все спотыкаются. Давид спотыкался и согрешал. Кто-то понимает, да? У него были реальные ошибки, у него были реальные грехи, у него были реальные пролеты. Но он выгребался. Вы знаете, что есть разница между предателем Иудой и предателем Петром? Оба предатели. Оба отреклись. Оба сказали. Но тот предал, а тот был предатель. Кто-то видит разницу между этими двумя словами? Предатель, а тот просто предал. Другими словами, к нему подошел момент, с которым он не справился, а Иуда, он был захвачен, он был предатель. Это была функция Иуды. Потому что внутри этот дух работал, он работает в каждом из нас. И если мы с вами, Церковь Христа, Тело Христа, согласиться, мы с вами превращаемся в гибридов, которые здесь же молятся, и здесь же, не дай Бог, тебя кто-нибудь увидит. В определенное время дня или ночи. Хе-хе. И ты такой, смотри. Это то, что Библия называет лицемерием. Этих личностей два мира, два мнения. Они запросто могут жить в грехе, в лжи, нечистоте. При всем этом держать в руках Библию, делать вид, что они отстаивают истину. Вот почему у людей, реально, просто у людей простых, у них конфуз. Как ты можешь говорить против пастырей? Дорогие мои, не все, кто держит Библию и стоит за кафедрой, пастора. Ты здесь? Так как не все Илии и Офнии и Финеасы священники. Дорогие мои, есть личности, которые давным-давно отвергнуты, давным-давно пошли на компромиссы сердца, и Дух Святой давным-давно отошел и не говорит в их сердце. Почему? Потому что они сами решили свою судьбу. И Бог им так и сказал. Вы дети дьявола, он им четко это сказал. И они тут схватили камни, знаете, за Бога. Вы знаете, почему у Павла, у Савла не получилось стать гибридом? Знаете почему? Потому что Савл гнал церковь, думая, что он это делает для Бога. Он не гнал церковь чисто там, давайте придавим, как фарисеи. А мы видим, что он Лазаря воскресил, давайте и Лазаря убьем тоже. Ну, понимаете, да? Заметем. То есть они знали, что Лазарь воскрес. Они, для них было вот так доказательство. Иисус говорит то, что, кем он является. Доказано вот чудесами и знамениями. Они говорят, мы ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Убьем и Лазаря. Павел нет. Павел гнал церковь. Савл гнал церковь, преследовал ее. Но это делал из хороших мотивов. Бог просто увидел классное сердце и говорит, он просто не знает меня. И он просто ему открылся.
Он говорит, ты кто? Знаете, кто Бог говорит, ты кто? Тот, кто его не знает. Ну, все согласны? Ты кто не говорит Богу, тот, кто с ним знает, рожденный свыше, общается с ним. То есть ты духу Бога не скажешь, ты кто. Потому что он в тебе каждый день работает и говорит, он родной тебе. И когда он появится перед тобой, в любой форме, ты распознаешь своего отца, своего Творца. И поэтому, когда воссиял свет, и там загремел голос, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он такой, а кто ты? Я как бы никого не гоню, я сатану гоню. А он говорит, так я тот, которого ты гонишь. И он здесь же, бэм, бам, шляп, бум. И он конвертирован в слугу Бога. 3 дня написано, 3 дня он был слепой, был в посте. После 3 дней это была иная личность. Почему? Потому что он не сживался ни с чем. Вы знаете, мы можем жить с вами в проблемах. Вы знаете, что многие мирские люди, которые не знают еще Иисуса, они не гибриды и жить не хотят, они живут честно. И Бог говорит, я хочу этих личностей к себе, я хочу в их царство свое, потому что когда я их призову, они лгать не будут ни себе, ни им. Я понимаю. Темы непопулярные, поэтому сатана, вы знаете, есть вот тьма, понятно, тьма это его, но есть гибриды, над которыми он работает. Каждый день. И тебе просто нужно скрыть все. Просто нужно замкнуться в себе и дать процессу захватить тебя. Каждый день, слушай внимательно, твоя черта будет передвигаться. Передвигаться, передвигаться и передвигаться. В процессе ты бросишь церковь, бросишь друзей. В процессе даже бросишь жену или мужа, который живет в чистоте. Потому что вы не сможете вместе быть. Это 2 духа, как 2 магнита, они отталкивают друг друга постоянно, потому что один хочет туда, а другой согласился жить в другой сфере. Интересно. Послушай, в гибридов не превращаются за ночь, я еще раз говорю. Процесс – это долгий процесс, где люди не хотят изменять свои пути. Дух Святой над тобой работает, а ты себе отмазку придумаешь. Дух Святой говорит, не смотри, не трогай, не бери. Сделал – покайся, отрекись от этого. Ошибся – встань, отряхнись и скажи, не мое, не хочу. 10 раз упал – 10 раз отряхнулся и встал. Не важно, важно состояние сердца твоего, а не сколько ты в день раз спотыкнулся. Я тебе говорю, не сколько ты в день раз спотыкнулся, а сколько ты в день раз согласился не жить с этим. И при всех атаках ты говоришь, нет, ты в глазах Бога сильная личность. Бог за ночь может вот так, ты заснешь с проблемой, проснешься без. Но Бог иногда хочет видеть, согласишься ли ты. И иногда некоторые вещи в нашей жизни, дорогая семья, при всем моем прискорбном нежелании, остаются для теста и проверки того, кто мы. И не вот здесь, а вот там, где нас никто не видит и никто не знает. Что проходит? Какие процессы проходят через меня? Кто я внутри? Ты не пришел на служение, ты просто пришел в здание послушать мужика. Ты и Бог, Он везде, вон там. У тебя нет пространства. Ты не пришел сейчас к Богу. Ты от Него никуда не уходил. Ни вчера, ни позавчера. Окей? Здесь не больше Бога, чем сейчас в твоей машине. Или на остановке, или на твоей работе, где ты там кирпич ложишь, там полы стелишь. Бога нигде не меньше, нигде не больше. Людям хочется нагнетать и говорить, о, приходите в церковь, тут Бог. Интересно, где вездесущий не может существовать? Вот это для меня уникально. Это даже физически невозможно для вездесущего перестать где-то существовать. Ты здесь? Поэтому кто-то говорит, ты говоришь на церковь Божью. Давид говорит, опущусь в преисподнюю, и там ты. Бог просто не может в преисподнюю не прийти. Потому что у него имя есть, церковь. Везде сущий. Хорошее имя, кстати. Везде. Правильно? Итак, превращение, дорогие. Вы знаете, что мы с вами уже говорили, есть превращение, написано от славы в славу. Все здесь? Вы знаете, что есть другое превращение? От кошмара в кошмар. Не-не-не, не путайте. Вы знаете, как везде есть, где минус, где есть плюс. Где есть познание добра, там, где есть познание и?
зла. Это плод один. И нам с вами нужно понять, что если у меня есть прогресс к свету, у меня есть прогресс или деградация от света в тьму. И поэтому нужно понимать, о Бог, где я? Кто я? Некоторые из вас, дорогие мои, некоторые люди говорят, знаете, у религии такое понимание, если кто-то перестал, вот, например, этот ошибается меньше, этот ошибается больше. У религии этот святее. У Бога этого нет. У него есть состояние твоего сердца и несогласие твое с этим. Мы с вами уже говорили о грехе, о прощении, об этих всех вещах. Это все уже давным-давно в архивах есть. Послушай, я не хочу, но не хочу возвращаться. Но, дорогие мои, есть мое сердце. И есть ситуации, в которые я попадаю помимо моей воли. Но проблема не в том, чтобы не попасть в ситуацию или попасть. Проблема, что решит твое сердце в этой ситуации. Вот почему ты туда попадаешь. Некоторым думают, что они туда попали не согрешить или не упасть. Ты в эту ситуацию попал, чтобы упасть, и чтобы после падения Бог отошел в сторону и посмотрел, как ты сейчас поговоришь с собой. Ну, большинство будут говорить, ну, бывает. А кто-то говорит, Бог мой, прости меня. Это не я это не хочу. Я всякий раз кричу против этого, когда это приходит в мою жизнь, и я не хочу. И Бог говорит, интересно. Глянь, как он отсоединяется, это не его. Ты знаешь, что не все, что с тобой происходит, твое. Это дьяволу так хочется на тебя навесить и сказать, если ты там где-то соскочил, там, да, бирку на тебя навесить, там, блудник, алкаш, куряга, чмошник, наркоман. То, что ты подскользнулся, не говорит о том, что ты превратился в это. Окей? Это целый процесс превращения. Над этим дьявол трудится иногда годы. Это люди, которые не хотят работать над своим сердцем. Оправдывают сами себя. Оправдывают свои ошибки. Кулак Богу в небо. Это ты. Знаете такую категорию людей? Хо-хо-хо. Я когда-то тоже так кулачонками помахал. Потом говорю, а кто мне кулачонки дал? И кто мне дал силы ими махать? Поэтому я так понял, заткнулся быстро, потому что Бог не только вездесущий, он еще и все. Поэтому мудрость продиктовала заткнуться, потому что тебе дан еще язык гнать на Бога. Поэтому рот закрой, потому что если он его закроет, ты его не откроешь. Будь очень аккуратен, что ты говоришь вверх, потому что и благодари Бога, что сверху ничего не пришло назад. Иногда то, что Бог тебе не ответил, это милость. Все со мной согласны. Иногда есть ситуации, и ты, ну что, Бог? Если Бог встал и сказал, ну что? Я уверен, там, ты бы, ну ладно. В общем, у тебя было плохо. Остановимся на этом. Итак, дорогие, это процесс превращения, это процесс деградации, превращения в гибрида. Те, кто не хотят работать над своими сердцами, в процессе Дух Святой оставляет и покидает этих людей. Остается только оболочка, полная грязи, греха и компромиссов. Сколько я знаю людей, которые встретились с живым Богом, и мне в глаза говорили, ребят, это не один, не два и не сотни человек, это больше, это тысячи. Сколько людей говорят, так в что же я верил до этого? Кому я молился до этого? О, подумай. Так что же было раньше? Итак, дорогие, следите за своими сердцами. Вот где я должен наблюдать. Не сколько я раз в день ошибся или не ошибся, а как отреагировало мое сердце собственное на ошибку. Бог работает не с твоим грешением и негрешением. И некоторым людям, знаете, не упасть в день, это еще хуже, чем упасть 10 раз. Если ты не упал, тебя с неба не снимешь. Ты победитель всех победителей, победитель. У тебя проповеди станут такие, что до тебя не долезешь с пожарной лестницей. Ты там возведешь трон и дашь себе имя царя. А в 10 раз упал, гля, смиренный такой весь, сокрушенный. Приятный такой на вид даже. Ползает.
просит прощения. Дорогие мои, вы должны понять, что вся вот эта иллюзия, игра, она создана только для одной единственной вещи. Чтобы привести сюда несовершенное сердце и забрать назад совершенный продукт. Что значит совершенство в глазах Бога? Это не непогрешность, его это вообще не интересует. Совершенство в глазах Бога – это твое сердце полностью, которое поддалось в его руководство. Что бы в моей жизни ни произошло, папа, я благодарю тебя. Какая бы ни была радость, я воздаю славу тебе. Это сердце не которое, знаете, делает вид, что смиряется. Это настоящее смиренное и сокрушенное сердце. Вот что написано, вот кого ищет Бог. Вот кого он хочет видеть. Вот почему в твою жизнь приходят такие тяжелые ситуации, чтобы не тебя сгноить, чтобы твое сердце воспитать. Потому что некоторые люди думают, Бог, почему в моей жизни нет хорошего? Ты все неправильно понимаешь. Иногда хорошее – это плохое для твоего сердца. Иногда богатство – это яд для твоего сердца. Иногда популярность и признание – это кошмар для твоего существа. Но какая-то боль – это смирение и прогресс для тебя, вечного тебя. Не вот этого тебя. Больше всего хранимого храни сердце твое. Это не шутка. Матфея 23:23. Давайте просто пару моментов. Все это знают. Я прочитаю. От Матфея 23:23, где Иисус говорил с фарисеями. Смотрите, как он интересно говорил. Иисус говорил именно о гибридах. Он говорил, вы делаете одно, но не делаете другого. Вы соблюдаете это, но не соблюдаете того. Смотри, как интересно. Горе вам, учители закона, фарисеи и лицемеры. Вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина. Что? Тмина? У кого-нибудь дома тмин есть? Нет, давайте прикинем. Он дает десятину из укропа. Что? Это он сидит 9 частей мне. Отсыпал. Тмин! Кто булки с тмином любит? Нет, давайте в слово, это же Библия, окей? Это Иисус не шутил, он говорит с тмином, он сидит там, отсыпает. Смяты? То есть Иисус дошел до того, что они говорят, всего, что только можно десятину отдать, отдают, это же исполнение закона. И смотри, что здесь Иисус говорит. А самым важным в законе справедливостью, милостью, верностью вы пренебрегаете. То есть здесь ты соблюдаешь все видимое, но все невидимое попрано и потоптано тобой. Тмин видно, вот его и видно, а верность ее не видно, вот поэтому у тебя там своя тема. Смотри дальше. И то нужно делать. Иисус говорит, вы правильно делаете, нормально. Любите тмином там рассыпаться, сыпьте. Иисус говорит, ничего плохого в этом нет. То нужно делать и другого не оставлять. Слепые поводыри, смотри, что он говорит. Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете. Дорогие мои, другими словами, он говорит, комара нужно отцеживать. Никто не будет пить с комаром, так? Другими словами, кто-то увидел нечистоту и... Ну, это неплохо. Иисус не сказал, как в негативном. Но он говорит, но потом идет верблюд, с которым вы договорились. И вы его... Ты чувствуешь гибридность? Здесь насчет комара идет спор там до ужаса, а там верблюд проезжает сзади, караван прошел. Это иногда наша жизнь. Мы тут такие. Дьяволу не уйдешь. И комарика схватил. Держи, иди сюда. На тебе. Ситуация. А там эшелон прошел, там кошмара. Все нормально. Никто не увидел, нет? Аллилуйя. Ловим комаров. Смотри. Дальше. Горе вам, учители закона, фарисеи, лицемеры. Вы очищаете чашу и блюдо снаружи.
Он говорит, вы все делаете красивым снаружи. Чашу, блюдо, все-все внутри. Но внутри, смотри, что он говорит. Смотри, блюдо снаружи. Но внутри они полны тем, что вы пренебрегли своей алчности и распущенности. Говорит, вот там грязь и нечистота. Вы пренебрегли. Знаешь почему? Потому что Иисус говорит, вот это все видно, а вот то не видно. Поэтому здесь все чисто, красиво. Вот где гибрид. Вы чувствуете, где подкрадывается вот это? Где я полирую себя, а Иисус говорит, отполирую себя, вонючка, внутри. Потому что я вижу тебя. Вот где отвратительно, дорогие, я отрекаюсь полировать себя снаружи, если это не я внутри. Я молю Бога, чтобы Он работал над нашей внутренностью, а не над нашим представителем красивым. Над представителем я сам неплохо работаю. Нормально, ты тоже так посмотреть снаружи. Ты прекрасен. Смотри. Очисти сначала чашу и блюдо внутри. Тогда и снаружи они станут чисты. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры. Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей, мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, Иисус говорил, в десятку бил. Но внутри вы полны лицемерия и беззакония. Вот оно. Вот он гибрид. Снаружи это служитель, это ух, сила. А внутри это не касайся даже. Поколение гибридов учит о толерантности. То есть толерантность – это вариант любви гибридов. Вы видели, да, такое? Они говорят, они проповедуют, а он идет против всех. Он обливает грязью всех. Нам нужно всех сдружить, всех смирить. А Иисус это называет кодло гадючее. Когда ты берешь... Нет, вы смеетесь. В то, что религия называет миром и толерантностью, это все равно, что кодло гадючее – это сборище змеиное, переводится. Это в оригинале написано «отродья» – это значит разновидности родов, деноминаций. Окей? Это значит, Бог собирает разные роды змей, например, и садит в одну бочку. Вот это то, что религия называет любовью и толерантностью между братьями и сестрами. Все понимают, да, что Иисус сделал? И они называют это любовь. Мы должны все сойтись к одному столу переговоров. И все сидят там. Это, знаете, там застолье. Я не говорю обо всех, я говорю о том, что, на что я нарывался. И ты начинаешь говорить правду, здесь ради мира, но мы не идем туда. Мы не говорим, у кого какой яд. Мы не говорим, кто где ползает. Мы не говорим, кто какая разновидность змеи. Мы здесь в мире в одной бочке шипим. Окей? У нас мир здесь... Добро пожаловать к нам. Смотри. Они учат о толерантности. Это у них вариант любви гибридов. Учение о толерантности, экумении заражена сегодняшняя церковь. Они учат о любви, которую абсолютно не понимают. Это беззубое поколение, которое не может быть на стороне истины, потому что они не понимают, что или кто есть истина. Их истина в постоянном движении и преображении, в зависимости от их обстоятельств. Сегодня этот брат будет у кого-то с ужасом и со скрипом, и скрипом зубов вытаскивать жвачку, потому что он жует во время пения хора. Это я видел своими глазами. И здесь же этот брат портит на аукционе машину, чтобы она ушла дешевле. Настоящая история. Дорогие, у меня этих историй много. Я просто констатирую момент. Здесь это комар, он говорит, ты в доме Божьем. А на аукционе, это что, не дом Божий? Или там где-то там на Велфере, где мы все
все говорим правду, все рассказываем, никто ни разу не солгал. Все получают только сколько им надо, за ними не надо даже следить, у них все плохие машины, у них нет хороших домов, приход весь сообщают. Кого-то тронул плохое? Хорошо. Они такие, сижу один, мне говорит, они такие, условия там жить нельзя. Я говорю, там условия созданы для беженцев, а не для грабителей. Беженцы — это который с рюкзаком убежал. И то, что Велфер ему дал, соцпрограмма Америки, ему хватит на данный момент одеть штаны и перекусить. Велфер не рассчитывал, что у меня будет 3 дома, где перекусить. Ладно. И поэтому тебе невыносимо жить с этими гадами. Ты еще и отмазался, потому что он не... И вынуждает меня эта нечистая система обманывать. Мы себя оправдаем всегда, это же железно. Мы с собой-то договорились. Поэтому у этих людей истина в постоянном движении, церковь. Истина – это то, что они на данный момент считают истиной. Должно подняться, дорогие мои, радикальное бескомпромиссное поколение, которое перестанет лгать себе. Вы слышите, дорогие, о чем я говорю? Знаете, многие говорят, не лги. Лгут те, кто внутри уже себя залгали полностью. Поэтому, когда ты очистишь внутри чашу, перестанешь лгать себе, ты никогда не будешь лгать другим. Ты себя остановишь. Ты даже если ошибешься, ты сядешь в машину и поговоришь с собой по душам. Чего это ты, тварь, сегодня сделал? И ты едешь такой, не знаю. И это все ты сам с собой разговариваешь. И ты опять сам с собой разговариваешь. Мы с тобой говорили. И ты, ну да, да, обещал, уже не буду. Понимаешь, ты должен с собой поговорить. И тогда Дух Святой с тобой не будет говорить, потому что ты уже все сделал. Окей? Смотри. Итак, должно подняться радикальное бескомпромиссное поколение, которое перестанет лгать себе. Которое проведет линию между черным и белым. Между ложью и истиной. Люди, которые сами скажут, Бог, ты знаешь что? Я бы хотел... Но мне первому нужно очистить уста. Бог, вот, пожалуйста. Если ты мне показываешь вот народ и кричишь, кто пойдет за меня, то как бы я бы не против, но у меня тоже нечистые уста. И Бог тебе подарит камень жертвенника. Он говорит, вот я очистил тебя. Можешь теперь идти. Запомните, дорогие, ошибаться и падать – это одно, но жить каждый день в смеси с грязью – это абсолютно другое. Бог не может употребить для своего царства гибридов. Вот почему Бог не может употребить этих смешанных личностей. Потому что у гибридов нет стандартов. У них нет ярко выраженных границ. И абсолютно отсутствует честь. Потому что они это адаптируют так, как хочется им. Дорогие, я просто прошу вас. Я закончил. Давайте встанем. Я просто прошу вас, дорогая семья, перестать лгать себе. Я понимаю, это все, то, что я говорю, это непопулярно, это в церквях не проповедуется. Скажи нам какую-то аллилуйю, мы хлопнем, топнем и пойдем опять дальше жить своей жизнью. Не вмешивайся в нашу внутренность. Но, дорогая семья, я здесь именно поставлен Богом, чтобы вмешаться в внутренность. И, может быть, кто-то из вас сегодня сделает решение перестать лгать себе. Дорогие мои, мой прогресс, моя реформация лично началась с того, что я перестал поддакивать лжецам и перестал лгать себе. Они говорят, ну это так. Я сижу внутри и говорю, нет, это не так. И мне сразу говорят, ну покажи как. А я говорю, я не знаю как, но это не так. Я еще не там, но я не хочу быть с вами.
пусть я буду где-то, не знаю где, но я не буду с вами, я не буду лгать, я не буду потакать всему этому змеиному отродью. Я не знаю как, я еще не там. Мне хочется быть там, мне хочется быть с ним. Ну и мне еще самому нужно очистить уста. Я хочу видеть истину, я хочу видеть правду. И я ужасно не хочу быть гибридом. Пусть мне будет плохо, но я сам с собой поговорю, я сам себя остановлю. Просто закрой глаза и поговори сейчас с ним, со своим папой. Неважно я, неважно даже эта тема, неважно ничего, важно твое сердце. Важно то, что ты согласился, или ты просто продолжаешь играть в хорошего, жизнерадостного человека, у которого внутри уже сердце съели черви. Но тебе нужно держать имидж. Для кого этот имидж нужен, церковь? Проси его, Бог. Я прошу тебя, измени меня. Я не хочу сливаться и быть гибридом. Пусть я ошибусь еще 200 раз. Но я не согласен. Я не сживаюсь. Я отрекаюсь. Я не хочу. Я не хочу быть смесей двух миров. Я не хочу благословлять Бога и здесь же этим языком проклинать тех, кто сотворен. Я не хочу. Я хочу видеть поколение, которое не согласилось, которое перестало врать себе, которое не пошло на процесс деградации, не начало упрекать Бога. Отец, я прошу тебя, коснись это поколение. Мы верим в правду, в истину, мы знаем. Любимый, спасибо тебе, что ты говоришь к нашему сердцу. Иногда это темы, на которые мало, мы говорим аминь, потому что они попадают, и они попадают, они цепляют за живое. Там, где нужно думать, Бог, я прошу тебя, напомни нам все ситуации, линии, где мы стерли. Я прошу тебя, верни нас туда, откуда мы упали, и восстанови первую любовь. Мы не хотим идти и деградировать с дьяволом. Я не хочу заключать контракты и садиться на переговоры с духом этого мира. Нет! Я не соглашусь. Во имя Иисуса. Воздай ему славу, семья Бога. Он достоин. Даже если он обличает, даже если иногда тяжелые эти темы. Но это нам надо. Присядьте, дорогие.